Всем здравствуйте, с вами Филибор, и сегодня мы поиграем в ТФТ за демонов. Посмотрим на эту сборку, будем их только собирать, что они могут. Как ни странно, предыдущие мои 4 видео, мне то ли так везло, то ли я не знаю, то ли реально сборки сильные. Не понравилось пока только дебоширы. Она как бы послабее по сравнению с рыцарями, аристократами и оленинелами. Ну, мне так показалось. Так что сегодня попробуем демонов собирать только. Ну, кого к ним добавить, я не знаю. Посмотрим, как вообще пойдет. Так как может быть, что я вообще быстро вылечу, даже 6 демонов не соберу. Ну, а может и нет. Так что будем пробовать, смотреть. Так как демоны разноплановые там. Там, грубо говоря, один демон, один класс. То есть, по идее, можно добавлять будет что угодно. Посмотрим, как это все получится. Ну, естественно, увидим, что будет, если я не соберу 6 демонов. Сможет ли вообще сборка без 6 демонов что-то как бы противопоставить тому, что сейчас будет против меня играться. Неизвестно. Надо ему лопату сразу забрать. Лопату мы не забрали. Мы ничего не забрали. Ладно, автоматом нам дали меч. Ладно, посмотрим. Варн уже демон, там может и ночью соберем. Такс. Посмотрим, что за предмет. По-моему, гашка есть. В принципе, хороший предмет. Гаш. Ага. Вот это да. Ну так как мы будем демонов собирать. Их мы будем продавать. Можно, конечно, гашку пока и войне поставить. Ну, чтоб просто была, конечно. Как бы так, пусть типа дамажит. Ну, сейчас посмотрим. Демонов первых, по-моему, вообще, да, нету. За одну монетку. Вроде только варус со второго начинается. Вот это да. Мечи падают. Ну что ж такое, это что-то вообще. Выживут лишь достойные. За это возьму. Потому что там же будет Эвелинка, может быть еще какого-нибудь третьего ассасина добавить, ну типа 6 демонов и 2 ассасина, и в итоге будет баф и этих, как бы, и ниндзя одного, и ассасинов 3, хоть первый, но все-таки. Ну, посмотрим, пока мне вообще не везет. Да уж. Интересно получается. Точность и изящество. Что-то пока в демонов нам не выйти. Посмотрим.
Блин, ну с одной стороны первое место хорошо. Блин, да как так-то? Но мы тратить не будем, потому что нам вряд ли это что упадет. Деньги тогда покопим. Я их покупаю, так, ну, на всякий случай. А, ну, и вот эту можно пока оставить, если вдруг Варус упадет, чтобы хотя бы он побыстрее стрелял. Как бы так. Да, чувак, вообще, офигенная идея, морельник на этого, на пайках он его не пробит никогда, обитатель без, что такое -то? Ну ты что делать? Во, вот они. Ну, а вон он кто собирает. О, Эвелинка. Это хорошо. Мы пикаем третьими, конечно. Возможно, не достанется. О, как! Вообще отменно. Сейчас Гарна уберем, и все равно первый. Так, а что мы там можем Эвелинке с хп собрать? Красный баф ей как бы, ну, поскольку, конечно. Я покажу им, что значит потерять все. Так, пока два демона. Нам нужен убийца, а ну, Карина. Ну, Дариус как фронтлейнер пока.
Хорошо. А, ну сейчас будет 8, мы выставим еще одного демона. Все нормально. Дариуса мы не будем покупать. Он нам не нужен. Там все равно рыцарей не будет. А вот Эш. Познаешь вкус своей крови. Пока так сделаем. Ну, три убийства все-таки сильнее, чем три демона. Тем более три демона ничего нам не дают. Будет четвертый демон. Мы обязательно его поставим. Потому что, ну, из нее и танк так себе с 900-то жизнями. Хотя, ну, этого не больше, но у него брони больше. Шанс критического удара на 10% повышается, а это, в принципе, самое главное для вот этого персонажа, с его-то критом 425. Я знаю, что скрывают тебя. Во, вот это вообще отлично. Выживут лишь достойные. Вторая Моргана. 4 секунды стан, вообще идеально. Стоп. Нормально так. Ну, очень сильный вот этот персонаж на самом деле. И это она только первая. Так. Ну, не знаю, можно вместо Зеда Акали. Ну что ж, начнем. Потому что она тоже это. Так, Зеда в расход. О, демон. У нее очень много критов базовых. Ну ладно, меня убили. А вот теперь ему уже надо... Так, три демона у меня стоит. Ой, три демона, два демона. Надо как-то потихоньку избавляться от других. А, я еще и лидер. Нам нужен Варус.
А танков, да, тогда получается не будет фронтлайна. Ну, вся надежда как бы на ассасинов у нас будет. Варуса забрали. Туда Браун. Нам нужна АПшка на Моргану. Или на Бренда. На кого-то из них. Моргану повесим. Сейчас будет 16. Мы добавим лучше вот эту тогда. То, что Бренда, наверное, сразу убьют. О как! Ну, оледенел и законтрили моего ассасина. Не спорю. Но Моргана много урона нанесла. Я не знаю, как мы будем. Три. Неплохо, неплохо. 4 демона, 3 основные маны. Ювелинка. Нам бы на это тоже бы каплю, чтобы оно быстрее настакивалось, было бы вообще офигенно. А, нам нужен еще отрок, да, как я понимаю. И ни одного предмета, зато куча золота. Пусть будет какой-никакой дополнительный урон. Нам нужен еще Варус. А как так-то? Что-то я не понял, как у меня Эвелинку убили, ну ладно. Ну, парень тоже играет в демонов, как я понял. Ну, это не очень хорошо на самом деле, так как он тоже их собирает. Самое смешное, что убийцы что-то ничего не могут. Вроде такой баф, 75 урона, там это... Даже не то, что убийца, а один убийца мой, который... Мой самый главный, Эвелинка. Рокс.
Трокса, Трокса, Трокс. Трокса надо сюда выставлять тоже. Брэнд молодец. Зарешал. 1226 жизней у него. Не, нельзя ее сюда ставить. Двадцать шесть, эх, не хватит. О, блядь, ну это фигово, то что сразу не это. Ну тут Брэнд сейчас наколдует немножко. Мне бы вот эта вторая. Будет вообще идеально. 750 жизней просто очень мало. Вот ее бы вторую сделать было вообще отлично. Но мы пикаем вторыми, так что Эвелинка может нам не достаться. Так, у нас нет только Варуса, да, для шестого. Но это тоже, кстати, печально. Он за две монетки, а до сих пор не попался. Вот, мы сейчас Виллинка возьмем, да? Скотина. Так. АПшка. Будет у нас у этой Морелка. Ну, в принципе, если она успеет ультануть, она хотя бы... зажжет народ. А, кого она там зажжет? Ну мы ей просто поставим, чтобы она танковала. Давай, ладно. Они пожалеют. Вот и Варус. Это как, сколько у нас уже народу? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Варус восьмой. Ага, это то есть не получится поставить. Копим денежки. Да, до этого мы копим, нам как бы пока, ну, хотелось бы, конечно, ее выставить, но нужен шестой варус для полной композиции. Ну и хотелось бы эту вторую, у нее вообще штука офигенная. Так, это бот. Блин, застанем этого. Ультани, пожалуйста! Эх. Так бы хотя бы этого убило. Ну, не повезло, за что он в стане всю игру простоял. Вот это вообще печаль, беда. Он ультанул слишком поздно. Вот ультанул он бы раньше, чтобы когда у меня хоть кто-то бы еще выжил. Это было бы хорошо.
Сейчас будет 16. Что, надо копить, что делать? Так, а первый у нас... А, тоже в демонов играет. Можно, конечно, но это тоже красный баф. Ну что ж, начнем. Ой, я и красный баф собрал, я перепутал. Ой, печаль, беда. Блин, ну это я просто перепутал. Вот, ну это вообще пипец. Ой. Надо же так было. Нафига и красный баб? Он даже не дожимает. Лучше-то Арбадон сделал. Вот у нас комбай 6 демонов. А, ну баф не получили. Ну то есть, ну, на самом деле, по-моему, не сильная комба. Ну, может быть, я, конечно, дополнительно не ниди должен был взять и кого-то другого. Но пока ничего хорошего из этого не выходит. Ну то есть, конечно, у меня все. У меня половина персонажей первые, тут это тоже роль играет. Ну, посмотрим, если мы в тройку хотим. Какую стройку? Если мы хотя бы в это залезем. То посмотрим. А так, ну вот, ну это просто чисто. Все, как мы заняли 5-е место? Ну что могу сказать, очень слабые на самом деле демоны. Ну, то есть, по сравнению с предыдущими сборками, это очень слабая комба. Так что, всем спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайк. Может, кому интересно было посмотреть на эту сборку. Всем удачки!